Каждое третье обращение казахстанцев к уполномоченному по правам человека – жалоба на действия полицейских. Такую, мягко говоря, неутешительную статистику приводит в ежегодном докладе глава комиссии по правам человека при президенте Куаныш Султанов. Более 2000 писем обращений было в нашу комиссию. 35% из этих, к сожалению, направлено на неправильные действия правоохранительных органов. Неправильные принятые решения, неудовлетворенность обращающихся граждан. Это говорит о многом. Это говорит о необходимости улучшения качества вообще работы правоохранительных органов. Однофамилица омбудсмена по правам человека говорит, что эта статистика не отражает всей картины. Калия Султанова, полковник полиции в отставке, за 30 лет службы в органах видела много такого, что не попадет ни в один официальный отчет или доклад. Как раз сегодня она созвала пресс-конференцию, чтобы дать оценку своему увольнению из органов внутренних дел. Женщина говорит, что причина такого решения начальства – ее отказ готовить липовую статистику раскрываемости преступлений и покрывать оборотни в погонах. Убивают и грабят, и насилуют. Есть, как говорится, конкретные факты, о которых я писала, значит, на имя президента Республики Казахстан и на имя, значит, премьер-министра. Вот. Однако я не могу достучаться вот, до первых руководителей это нашей страны, и все это уходит, как говорится, понизу. Эти полицейские сегодня стояли на страже общественного порядка и депутатов мажилиса парламента. Они не пустили к народным избранникам граждан, которые отстаивают свое право на жилье, за которое платили. Это жильцы жилого комплекса «Махабад», которые утверждают, что стали жертвами мошенников и живут под угрозой выселения. Новый хозяин новостройки хочет выбросить на улицу несколько десятков семей. Накануне люди искали встречи с генпрокурором страны, а сегодня пришли к депутатам, чтобы привлечь внимание народных избранников к своей беде. Разговор с ними был короткий. Полицейские затолкали женщин и детей в автозаки.